Еще нужен хороший период, надо его ждать. Когда у человека плохой период, он не может ничего развить в себе. Вернее, как бы вот это вот слово «хороший», «плохой период» — это такое, знаете, условно. Потому что самый хороший период — это когда у человека ничего не получается. Это значит, что он вот как раз в это время и придет к Богу. А все остальное время — это просто подготовка. Понимаете, согласно Священным Писаниям, самое хорошее время человека — это время, которое приводит его к Богу. А к Богу приводит такое время человек, когда у него вообще ничего нигде не получается. Получается самое нужное время в жизни, когда у нас все плохо. И в это время надо не скулить, пищать, а надо просто развиваться как личность в это время. Потому что это время как раз для развития предназначено. Когда ты развиваешься, период, как мы говорим, хороший начинается, ты уже не будешь развиваться в это время, ты будешь просто удовлетворять свои желания в жизни. Тоже нормально. Без этого тоже невозможно жить.